Меня зовут Анна Гапко. Я родом из Западной Украины, из города Львова. И сейчас я работаю в парламенте, являюсь главой комитета по иностранным делам. Майдан помог многим украинцам осознать, что они являются единственной политической нацией. Также благодаря Майдану, революции достоинства, в парламент прошло очень много новых лиц, людей, которые не были связаны с олигархами, которые не были частью каких-то политических проектов. Это независимые эксперты из аналитических институций, гражданские активисты, которые парламенту начали помогать возобновлять парламентаризм новыми подходами, честной позицией, профессиональной работой, отстаиванием интересов граждан. Если ты хочешь жить в достойной стране, ты должен брать ответственность и строить. А процесс строительства страны, где будет верховенство права, где будут сильные институции, антикоррупционные, децентрализация, это сложный и тяжелый процесс. И поэтому нужно запасаться терпением, но мы получили эту возможность. Возможность своими руками строить страну и на следующих 5-10 лет добиваться того, чтобы не потерять этот исторический шанс.